Привет, дорогие зрители! Сегодня у нас осмотр отеля «Тропитель Сахал Хашиш». Отель достаточно популярный, многие в нем уже отдыхали, поэтому ждем ваших комментариев и отзывов под видео. Они будут очень полезны нашим туристам. Бассейн с горками. И рядом есть снэк-бар. Смотрим номер категории «Делюкс». Его площадь 48 квадратных метров. Отель был построен в 2011 году, а в 2020 он был реновирован. Номера достаточно приятные. Кстати, на территории практически везде ловит Wi-Fi, что немаловажно. Анимация считается в отеле активной. И очень приятная, ухоженная территория. Детские площадки симпатичные под небольшими тентами. И красивые ресторанчики. Есть обеды по меню без предварительной резервации в а-ля-карт-ресторане для тех, кто не очень любит шведский стол. И подходим к пляжу. Какая здесь особенность? Вход в море с камнями и кораллами. То есть заходить здесь нужно только в специальных тапочек, либо по понтону. Длина понтона 260 метров, и справа есть лагуна, где можно поплавать вокруг кораллов. И по традиции напоминаю, что можем рассчитать тур в любой отель и организовать отдых вашей мечты. Ведь многие отели мы видели сами. Обращайтесь за подбором тура к профессионалу, контакты менеджера в описании видео.